Берем хлеб, нарезаем на две части, если у вас турецкий. Делаем вот такие надрезы, чтобы нам было удобно открыть. Вот так. Вот такие кармашки у нас получились. Далее рыбу я буду жарить на гриль-сковороде. Можно немного сюда капнуть растительного масла. Вот так слегка. Сковородка у нас хорошо разогрелась. Кладем рыбу. Рыба жарится очень быстро, максимум 3 минуты, и рыба у нас готова. Хлеб тоже вот так подогреваем, чтобы хлеб был горячим. Так, рыба у нас готова. Убираем шкурку. Так легко снимается. Далее собираем наш сэндвич. Открываем хлеб как книжку. Сюда кладем лук, помидор. Нужно немного посолить. Еще помидор. Сюда же кладем нашу рыбу. Посмотрите, и с этой стороны все у нас здорово. Так, опять нужно посолить. Листья салата. Сюда выжимаем сок лимона. Обычно турки еще сюда добавляют гранатовый соус. Но для меня лимон достаточно. Так. Так, еще лука. Турецкий фастфуд балык экмек готов, можно попробовать. Приятного аппетита! Ну все, надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!